Здравствуйте, уважаемые зрители. Есть в Ивановской области озеро Святое. Это Южский район, поселок Мугреевский. Да чего же красиво и уникально это озеро. Сейчас я покажу видео из ТикТока. Озеро снято, конечно, с квадрокоптера. У нас его нет. Посмотрите, какая красота. Поселок Мугреевский располагается в Южском районе. Это довольно-таки далеко от Иваново. Порядка 130-150 километров. Дорога туда тоже не очень асфальтированная. То есть где-то 20 километров. Это очень плохая русская дорога. Но озеро того стоит. Раньше, когда вообще мало кто о нем знал, на этом озере жили только монахи. Здесь располагается монастырь, церковь. И сейчас это озеро посещают туристы. Очень многие москвичи, владимирцы прознали про это озеро с его чистой водой. А легенда этого озера гласит о том, что когда-то монах Филарет выкопал колодец, вода разлилась с родника, родниковая заполнила этот водоем, но ученые считают, что озеро все-таки ледникового происхождения. Имеет она большую протяженность, это второе озеро по протяженности в Ивановской области. А в Ивановской области более 200 озер, самое крупное Рубское озеро. Святое озеро отличается именно чистой и прозрачной водой, почему сюда приезжают отдыхать и с детьми, и приезжают отдыхать с палатками надолго. То есть просто живут на этом озере, оно прогревается очень хорошо, и оно не глубокое. То есть самая большая глубина – это всего 6 метров, а средняя глубина где-то 3,7. Посмотрите, какая прозрачная вода, посмотрите, какое песчаное дно. Мы приехали сюда с моим сыном Олегом, канал «Волчонок Поваренок». Привезла нас Аня, вот она на фото. То есть дорога тяжелая. Анюта сказала, что такую прозрачную классную воду, теплую, она видела только в Турции. То есть посмотрите, наше озеро в Ивановской области сравнимо с Турцией по комфорту, по тому, какое оно уникальное и как здесь здорово. Но, конечно, здесь нужно просто палатку, жить несколько дней, наслаждаться этим озером, потому что дорога длинная, дорога тяжелая к нему. И приезжать на 3-4 часа, 5 даже, как мы приехали. И потом опять 4 часа в дороге, это не очень комфортно. Но того стоило поглядеть на это озеро, которым я была очень наслышана. Попить этой чистейшей воды, то есть ее можно просто пить, потому что питается родниками на самом деле, можно ей умываться. Почему она называется святая? Посмотрите, рыбки здесь прозрачные, плавают, все видно, водится много рыбы, уникальные растения и животный мир, грибы редкие, занесенные в Красную книгу. То есть все это сохранилось в Южском районе, поселок Мугреевский. Кто захочет увидеть это чудо, милости просим в Ивановскую область. Озеро чудесное. Только бы поменьше туристы его засоряли, особенно берег, то есть убирали за собой мусор. На берегу этого озера прекрасные сосновые и березовые деревья. Красота, воздух чистейший. И то, что оно такое мелкое, ну просто для детишек рай, для семейного отдыха. Это просто счастливый рай. Посетили мы это озеро в конце июля месяца. Но и сейчас в августе стоит такая жара, что, я думаю, можно там купаться до сих пор. Прекрасно. Олег плавал там с маской, смотрел рыбок. Выйдет ролик на нашем канале от его имени. Он там все покажет более подробно. А здесь я только вставила несколько фото, чтобы вы видели нас. Такая была чудесная и незабываемая поездка к этому озеру, потому что озеро – это действительно памятник природный, незабываемый, прямо заповедные места, ну, которые хотя бы раз в жизни увидеть, окунуться туда, окропиться этой святой водой. Ну, чудо, что это такое озеро есть у нас в Ивановской области. Может быть, у вас есть тоже какие-то уникальные, прекрасные озера. Будем рады, если вы напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока!